на копейка. Новости пока всем. Сергей Ясин. Все, что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Яндекс пробки сейчас 6 баллов на внешней стороне бульварного кольца. Это самая загруженная магистраль, пока на внутренней стороне и на Садовом будет направление. Получается на городу 3 балла. Самая большая пробка сейчас на внешней. И на Некрасском шоссе от Мурыкина до Панфиловского проспекта 6-километровый затор. Будем проездить здесь почти 40 минут. Где Леша? Леша в зале был у себя в Минске. Это жизнь. Это больше, чем жизнь. Это мир полный героев. Настоящий. Еду домой. Домой. А где? Где не отвечаю, скажите. Как вы татуаж губой? Правка в самом. Как долго ты болела булимией? Булимия болела вот около... Ну, год точно. Может, год с чем-то. Спортивные и человеческие подвиги. Дебильные очки, но каждому такие очки. Очки бомба. У Тимоти, у Крида такие и у меня. Так что так. Только сколько очки стоят? 100 тысяч. Тяжело с ними, нет? И Леон, и Троя. Два названия одного и того же могучего города Малой Азии. Как-то стало, там мне стерли косметику. Я сейчас синяк убирала. Видите, он меньше стал, хотя я без косметики абсолютно. Вот. Лазером убирала синячок. Привет, привет. Большую поэму из них сложил легендарный слепой певец Гомер. Ну, конечно, конечно. Военных в этом великом произведении поэт рассказывает о подвигах атлетов на древних олимпийских играх. Гомер говорит о гонках воды. Колесниц с четверкой лошадей устраивали... Ну, зайдите, посмотрите в интернете фильм «Дита». Прикоснуться к этим поэмам можно просто подписавшись на сервис. Очень много прыгнулся больше. Не болят вообще абсолютно. Еду домой, откуда синяк? Синяк после приватизации. Какой вопрос? Спасибо, Краш. Слушайте, я ресницы такой часто, знаете, когда ты сделал ресницы, они же отвалились все, да? А я только сделала, сколько, даже недели нет, посмотрите. Говорить о тех матчах, которые начнутся уже меньше, чем через полчаса. Поговорили про Нигерию, Аргентину. Просто ужас. Непредсказуемая игра. Исландия, Хорватия, Василий. Да. Не менее предсказуемая. Не знаю. Это все, которые вещи пишут мне про Бульгарию. Сможешь потише, да? Я отваж Бульгарию. А вы зайдите, вы в соцсети заходите, вы всем пишете про Бульгарию? Мне интересно. Или нет? Зачем столько татуировок? Мне, чтобы именно ты спросила меня. А я их не трогаю, она вон висела. Ничего, как бы, что мне неделю только ресницы, а они уже почти все выпали. Это кошмар. Ну так, не пошла к своим, потому что они могли только рано утром. Нет, я не курю. Волонтеры. Нет, просто вот как их налево, то как это все сделать? Там была специальная изменена система налива пива. Это меня очень убедило. Там мы увидели, я не знаю, сколько очень много народу будет. Этот в центре Ростова, там будет очень хорошо слышно. Что, губы не накрасила, потому что я татуаж сделала. Вот, не накрасила. Не знаю, я не вижу, что я была такая отекшая. Аргентина, Исландия, Хорватия. Что эксперты компании Фондет считают? Когда мы будем жить и никуда не разъезжать, не знаю. С моим графиком я не знаю. Некоторые люди уже по полгода по работе. И вы видите, например, меня спрашиваете об этом вопросе? Здесь то, что мы живем вместе. Просто я улетаю по работе. Из Гомеля, да, привет. Ну и матч Нигерия, Аргентина. Конечно, я надоела своей сестре. Ты разговариваешь на АТЕ. Ну, на какие-то вопросы, да, но какие-то нормальные.
на проход Аргентины в этом году. Ну, спасибо, но я обращать буду на все вопросы. Где мой Леша? Мой Леша был в зале. Сейчас не знаю, где. Душ, наверное. Бодяга Маша. Кстати, Бодяга Мазала ничего не проходила. Спасибо, Стас Носков, эксперт компании. Ну, да, на грани, ну, не знаю. Ну, считаю, что своим мужчиной можно одеваться и на грани. Есть составы команд, вообще, смотришь его, кого его? Получился вопрос. Смешно. Это 3D, да, видите, 3D, как вообще смотрится ужасно. Привет. Привет. Сейчас приду домой. Что будет, что делать дома в такое время? Что злая такая, голодная. Я ничего не ел до сих пор с утра. Вот. Чем выходить в офис в плохим настроением? А что, что-то хорошее надо выходить? Слушай, я смотрю, у тебя, видимо, жопа такая огромная, страшная, что ты не можешь себе позволить такое одеть. Это не мои трудности, милая моя. Поэтому пойди и выпей святой воды. Вообще, я думаю, что тебя пора заблокировать. Ты, по-моему, не все время один и тот же вопрос задаешь. Так что будем с тобой прощаться. Вот. Терпела я долго ее. По-моему, она уже месяц пишет одно и то же все время про мой внешний вид. Эдгут, привет. Тебе надо отдохнуть, да, согласна. За Африку, за африканских бразильцев, за Нигерию пусть идут... Так что плохое? Ну, здесь в Красногорске вообще говняно. Типа не ела, поэтому злая, да. Ну, ты это покушаешь шаурму. Я поела с удовольствием классной шаурмы. Я люблю шаурму. Ну, негде ее есть. Что должна про очки вам сказать? Бордовое платье. Бордовое какое? Не пью витамины, никакой спорт питания. Потому что, видите, я на таком режиме, непонятно, туда сюда. Ужас. На самом деле можно понять, почему такое настроение. Женщины меня поймут. У нас 10 дней или недели бывает такое настроение перед какими-то днями, и я вот такое хожу прям. Когда хочется резко то плакать, резко смеяться, да? Не, смеяться так не хочется. Хочется кого-нибудь сказать, шуточку. Ну или расплакаться. Ну что, все не так. Симферополь, привет, милах. Ты хорошо выглядишь, вся как дура. Такое тоже бывает у меня. Привет из Анапы. Анапа, привет. Почему люди ради мужиков забывают своих детей? Не знаю, спросите у людей, которые забывают из мужиков своих детей. Спасибо, пара слез. Счастье, спасибо. Точно, нет, не все. Я люблю тех, кто любит меня. Нет, вообще всех люблю, даже кто меня не любит. Мне абсолютно все равно. Не жаль тех людей. Им бы подарить любви. Немножечко. Чтобы они стали добрее. Да. Да, сделаю татуаж. Люди, например, разъезжаются, да, и не так много людей в клубах, там всегда столько народа, господи, я говорю, когда там Леша выкладывал, был в воскресенье или в понедельник, ну, какие-то будние дни даже у них есть народ, ну, да, обслуживание хорошее, классно, много людей, но мне весело там, потому что, я же говорю, там Леша друг и Леша мой, поэтому мне весело, как бы, ну. Мне сказали, что у меня нет отёка. Просто они стали такие более яркие. Но сейчас надо было их намазать, и я забыла. Беда, беда. Главное, чтобы фаз была хорошая. Если я у вас вызываю апатию, я думаю, вам не стоит заходить в мой эфир. Вот. Но я же говорю,
бывают такие дни. Я вам все-таки не шут, чтобы все время. Я захожу делюсь с вами так же, как у меня есть сейчас. Я же не захожу, не ною. Кстати, говорю, вчера вот, а вчера я ныла, да, когда таксист меня послал на 3 буквы, я поняла, что меня побьют. Короче, я всегда говорю, как есть. Что мне рожу натягивать 32 зуба в улыбку, если это не так. Привет, почему? Я не знаю, кто с кем расстался, я вроде бы ни с кем не рассталась. Все прекрасно. Привет, привет. Я не помню, что это, надо посмотреть. ЧД в Лизара, посмотрите, такое есть у Шевы, и у Роминой такое же платье. Конечно, у меня было первое, но я не одеваю эту штучку, чтобы было не палено, что это такое же платье, как у них. Ну, вообще, я его, в принципе, одевала год назад, и сейчас один раз одела, и все. У меня такое чувство, что у нее реально ресницы. Я говорю, господи, боже, сколько. Я вам сказала, что я нормальная женщина, у которой бывает, что нет настроения. Если вам не нравится сейчас мой эфир, вы можете выйти из него, если он вас напрягает, отписаться от меня. Я же не заставляю вас сидеть здесь, не принуждаю. Покажи очки свои. Я вам сейчас покажу, чтобы вы читали про эту марку. Эту марку носит Брэд Питт. Вообще все крутые звезды. Дита. Дита. Пейте, это 2 японских дизайнера. Вот. Чем эти очки крутые? Потому что у них нет, видите, вот здесь ничего нет, как обычно, Шанель и так далее. Типа они отличаются. Капсул 200. Узнают на улицах, узнают. Просто приезжаешь и не приезжаю. Какие на сегодня планы у тебя? Я думаю, чтобы либо сейчас пойду покушать, либо... себе селедочки, чтобы зато прямо пухну так. Картошечки сварю, сделаю салат, не знаю, есть хочу или приготовлю что-нибудь. Я уже давно забыла, как я домой еду в такое раннее время. Да, привет, Лёша. Ну, я Лёше передавала привет. У меня нет пирсингов, потому что моя кожа отвергает. У меня проколот язык, проколот нос, проколот поп, все, мне все гноится. Я не худею, я не сижу на диетах больше, потому что да, диета приводит потом вот к таким последствиям. Я была не на диете тогда, на правильном питании, я полгода не ела шоколад ни разу, я сама готовила шоколад и все, я была, сидела на спортпите плотно, просто вообще была помешана на этом всем. Потом меня сорвало, я узнала, что моя бабушка болеет раком, и на нервной почве мне начало... нести. Я прям пряталась от всех, ела шоколадки, заливала все это сгущенным молоком. Доминс. Через неделю, да? Может, через полтора. Я сейчас поем, выйду к вам такая добрая, и мы будем танцевать. Договорились? И посмотрим, что есть лишь шмоток. Сейчас уже можем посмотреть. Все равно я рано еду домой. О, такой раз и когда будет, да? Ну, вообще, я решила, что эти полторы недели я по минимуму буду что-то делать, куда-то выезжать. Я подустала. Вообще, мне надо, конечно, слетать в дедулечки.
в аптеку надо зайти, мне надо губы помазать. Да. Это тоже не дело сделала. Стало у меня вчерашний мейкап. Нет, бабушка давно умерла. Я не покупала спортивный сиреневый костюм. Это Мэри мне привозила его, когда я была у Арая. А она не помнит, где она была. Что за губами? Лиза, по времени сколько лежит? То аж полтора часа где-то. Но это, конечно, побольнее, чем бровки делать, но не так уж. Тройку делаю. Ну, что-то на тройку сейчас не смахивает. Украина, привет. Почему все только один вопрос про свадьбу, пишут свадьбу скорее? Я лично не хочу свадьбу. Я уже 100 раз говорила, что у нас свадьбы не будет. Если мы будем венчаться, тогда мы будем это праздновать. А так, я считаю, можно расписаться. Это праздник двоих, и куда-то вдвоем уезжать. И вот свадьба, вот это все, это, мне кажется, лишняк. Екатерина. Молдова, привет. Привет, привет. Никогда не вернемся. Спасибо. Есть такое дело. Не грустно, а голодно и очень уставшее. Я сказала, что это просто значит. Я имела в виду, что я не хочу играть больше на свадьбу. Венчаешься, ну еще может. Церковь, красивое платье, да. Чтобы у нас все пожениться, прожить год вместе хотя бы. Ну, расписаться. А не пожениться, а потом уже играть. Конечно. Роспись. Через 600 метров поверните направо. Какие-то химии. Кухню любишь? Кухню любишь. Я все ем. Не хочется. А вам хочется на дом-2? Мне не хочется. Я не могла говорить, что мы с Лешей вернемся на проект. Вы меня с кем-то перепутали. У нас не так все плохо в жизни, что туда возвращаться. Я думаю, это край. Не думаю, туда возвращаться люди, у которых что-то не получилось. Не сложилось в реальной жизни. Я уже не в Минске.
как поддерживаешь фигуру. Да мне бы ее надо поддерживать, а я не поддерживаю. Я не знаю, что сколько проходит отек после татуажа губ, у меня нет отека. Я могу сказать, что у меня, по-моему, губы почти такие же, как у меня супер отек, у меня нет. Просто не видите, поярче стали. Так, надо спрашивать у мастера. Светло-розовые губы.